Здравствуйте, друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем канале «Творческая семья». Сегодня выходной, и я решила своих побаловать сладеньким. Сегодня будем готовить вот такой красивый, вкусный торт «Наполеон». Для основы нам понадобится 700-800 грамм печенья «Ушко». Для украшения нашего торта я хотела взять орешки и шоколад. В результате я взяла шоколад с орешками. Так мы украсим. Для крема нам понадобится литр молока, пачку масла 200 грамм, 6 столовых ложек муки просеянной, 4 яйца, ванильный сахар и простой сахар, полстакана. Но надо учитывать, что ушки уже с сахаром и они довольно сладкие. А теперь приступим к приготовлению. Так как основа у нас готова, значит, основная наша работа будет приготовление нашего крема. Для начала я разобью яйца. 4 яйца, мука, ванильный сахар. Ну, ванильный сахар возьму чайную ложечку. Простой сахар добавим. И начнем взбивать. Теперь будем добавлять понемногу нашу муку. Вот такая масса у нас должна получиться. Теперь ее немножко оставим, пусть отдохнет. Ну вот, я взяла кастрюльку с такими плотными широкими краями, налила наш литр молока, и теперь мы доведем молоко до кипения. Уже идет пар, скоро молоко подойдет температура кипения, и мы продолжим нашу работу. Что мы теперь будем делать? Мы возьмем пару ковшиков и нальем наши яйца, смесь, которую мы делали, яйца, муку, все, налили сюда пару ковшиков, и мы перемешаем. Быстренько перемешаем, чтобы наши яички не сварились. Ну вот и помешала до однородной массы. И теперь маленькой струйкой мы нашу смесь сюда выльем. И будем помешивать. И теперь мы будем варить до тех пор, когда наш крем начнет густеть. И теперь будем мешать постоянно. Уже можно видеть, как наш крем густеет. Если вы возьмете вот такую чугунную кастрюльку, то будет очень удобно. У нас таким покрытием, которое не пригорает. Единственное, надо смотреть, чтобы сам продукт не подгорел. Удобно мешать. Все готовить удобно. А крем варить за милое дело. Вот. О, булька, видите? О, все. Снимаем с огня. Наш крем готов.
Снимаем с огня. Перелим. Я вот так вот накрою, чтобы прям дотрагивалась клееночка до крема, чтобы у нас не образовалась корочка. И накроем. Теперь я крем отнесу на балкон, пусть остывает. Пока наш крем остывает, я подготовила форму, положила пергаментную бумагу, и здесь я буду формировать. Конечно, можно формировать на обыкновенной тарелочке, но я воспользуюсь формой, чтобы мне края были более ровные. Мне так больше нравится. Форму я подготовила. Наш крем почерствовал. Он немного теплый. Вспотел прямо. Такое ощущение, как будто серебро. Красота прям. Снимаем пленочку. И надо нам довести наш крем уже до полной готовности. Что мы будем делать? Мы должны масло немножко добавить крема и размешать. И так будем размешивать, пока весь крем не перемешаем с маслом. Масло у меня мягкое, комнатной температуры. Будем перемешивать. Теперь мы подошли к тому моменту, когда мы должны собрать наш тортик. Для начала я возьму немножко нашего крема и размажу по дну. Я это делаю, чтобы наши ушки не скользили. Ну и, конечно, пропитка, чтобы была. Ну вот, немножко мы размазали. И будем раскладывать наши ушки. Так, покажу. Крема нам получилось довольно много. Ушки я высыпала, чтобы мне удобно было бы выбирать. И теперь я буду складывать на дно. Ушко к ушке. Конечно, можно это все без формы делать. Но я в этот раз решила, что сделаю в форме. Стараемся так, чтобы меньше было бы свободного пространства. Ну вот, я разложила. Теперь я буду разламывать и заполнять пустые места. Ну вот, один слой я застелила. Теперь я буду опять накладывать наш крем. Крем будем накладывать так, о, у меня уже ушко выскочило, чтобы ушки не выскакивали бы со своего места. Так, сначала мы его разложим. Все, что осталось, мы забросим и промолим. Ну вот,
Тут еще большие кусочки у меня есть. Это ничего не значит. Теперь я высыплю свою шоколадку с орешками. Так. Проверяем. Ну вот, большие куски есть. Шоколадки есть, орехи тоже все не размельчились. Вот. Почти наш торт готов. Теперь я хочу снять форму. Вот мы форму сняли. Смотрите, как ровненько у нас получилось. Немножко мы тут расправим крем. И украсим нашими ушками и шоколадкой с орехами. Вот такая красота у нас получается. Я уверяю вас, вкуснятина, торт готов. Понесем его настаиваться. Торт вкусный. Готовьте. Этот торт можно готовить не только на праздники, но и на выходные. Приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.